Трехколесной каме едут звонком гремя. Мужчина с тремя руками, женщина с четырьмя. Союз свой тяжелый камень везут сундуком гремя. Мужчина с тремя руками, женщина с четырьмя. А в доме да под замками сундук загорит дымя. У парня с тремя руками, женщины с четырьмя. Тянут друг друга веками с пламени в полымя. Мужчина с тремя руками, женщина с четырьмя. Третий раз ее поем, третий раз я не могу вспомнить гармонию. Песня тоже про космос. Для расслабления. Алёша, зачем ты скафандр себе шил? Может быть, хочешь ракету еще собрать? Стать космонавтом, достигнув планеты Плутон? Или по кругу летать, летать? Может быть, это слишком простой сюжет? Есть выход в космос, но входа туда нет. Ну уже, Сережа, чего ты присел и затих? Думаешь, может, как думать бы перестать? Стать арахатом, арахной архангелом ли? Или по кругу летать, летать? Попусту силы тратишь свои, мой свет. Есть выход в космос, но входа туда нет. Ты, Коля, с утра и уже никакой. Нету скафандра и мысли водки нет. Встань, если сможешь, махни нам своей рукой. Двери открой и наружу направь свой след. Двери открой и наружу направь свой след. Есть выход в космос, но входа туда нет. У Маруси в секретере, там, где дверка на замку, проживают две тетери, кукушечка, ку-ку. Был один тетеря мальчик, а вторая не поймешь, а у кукушечки розанчик и на теле белом брошь. Вот Маруся открывает дверку ключиком стальным, и оттуда вылетает в поле ветер в жопе дым. Вылетает быстрой пулей многозвучье птичек стаи, мать журавлика целует месяц март, апрель и май. Вылетают ни печали, ни несчастья, ни беда. Вылетают две пищали или дудочка дуда. Остается ни надежда, вера или же любовь. И остается что-то между тем, что в старе, и тем, что вновь. У Маруси в секретере, там, где дверка на замку, спят на донышке тетери и кукушечка ку-ку.
Следующая песня тоже про девушку. Она, к сожалению, не попала на БАМ. Это почти настоящий советский текст, написан поэтом Санниковым, по фамилии такой Санников. Но попала совсем в другую организацию, попала в МТС. И, конечно же, это не теперешняя сеть, а совсем другое место. Песня «Щитовода» или песня «Комсомолки» или песня «Я пойду в МТС». Мне ли комсомолочки в конторе досидеть, счетами греметь да в окошечко глядеть? Всем работникам села и почет, и похвала, дояркам почет, и свинаркам почет, и телятницам почет, и садовницам почет. Только я одна до денешенька, от утра до темна до темнешенька. И не в почете, ни в чести пишу ведомости, о доярках отчет, о свинарках отчет, о телятницах отчет, о садовницах отчет. Нет сердцу моему до утешения от милого Егора уважения. И ни на речку, ни в лес я пойду в МТС. И не вздыхать, и не грустить, а комбайны водить, и трехтонку водить, пятитонку водить, семитонку водить, мать твою иди. И малютку москвича у Егора Кузьмича. У меня такой характер, я моторная, все постигну, все усвою, да проворная. Верьте слову моему, всю науку перему. У Сережки перемо, у Алешки перемо, у Ванюшки перемо, у Павлушки перемо. А когда комбайн-то в поле жать поведу, комсомолочек девчата за собой позову. И из конторы на простор позову я всех сестер калмогорских, позову и поморских, позову и печорских, позову вычегодских, позову. Тут и ахнет весь народ на комбайне щитовод. Месяц май за занавеской, крики птицы, суета. Все девчонки, как невесты, у тебя одной беда. Он уехал на 2 года на другой конец страны. Там 1/2 непогода и встревоженные сны. Первая любовь после зимних стуж, крашеная бровь под глазами тушь, на щеках рассвет, на кино билет, розовый букет и 16 лет. Год пройдет, и рано утром в пачке писем и газет ты найдешь письмо из тундры, что любви той больше нет. Но в беде тебя не бросят Александр и Николай, Петр, Семен, Степан и Костя, ты всегда об этом знай. Первая любовь — это как пролог, до любви второй маленький прыжок. Если порвалась первая струна, на второй струне ты сыграть должна. На-на-на-на-на.
жизнь хоть и трудна, но любви полна. Песня про Витку Конопатую называется. Нашу Лиду дразнят в школе, дразнят Лиду во дворе, дразнят Лиду Вася, Коля и собака в конуре. Дразнят голуби на крыше, дразнят бабочки в саду, дразнят нагло и бесстыже у прохожих на виду. Нагло и бесстыже у прохожих на виду. Потому что наша Лидка в конопушках от и до, даже если чисто мыта, даже в драповом пальто. Конопушки есть на ушке, конопушки есть на всем, от лодыжки до макушки, утром, вечером и днем. От лодыжки до макушки есть везде на всем. Все дразнили нашу Лиду, и учитель, и хирург. Лида, затаив обиду, укатила в Петербург. С той поры годов немало пролетело, пронеслось. Лида дома не бывала, может, с ней чего стряслось. Лида дома не бывала, что же с ней стряслось. А что случилось с нашей Лидой, не пропала ли она? Не маньяком ли убита, в поле брошена одна? Воротилась наша Лида через много-много лет, вся собой красиво с виду, от беретки до штиблет. Вся собой красиво, от беретки до штиблет. Но от деток до старушек многим челюсти срело, от обилья конопушек так и ахнуло село. В конопушках муж и кошка, свекр, свекровь, детей штук шесть. В конопушках даже блошки, что на кошке их не счесть. В конопушках блошки, что на кошке их не счесть. И, конечно, наша Лидка может с возрастом как знать, скажем, я скажу на скидку, конопатие раз в пять. Стали жить они без проку, нам дразниться стало вдруг, потому как стало много конопатого вокруг. Потому что много конопатого вокруг. Здравствуй, Лидка Иванова, конопатая изба, конопатая корова, конопатая судьба. Конопатая корова, конопатая судьба. Ну, вы, наверное, заметили, что в нашем репертуаре очень много песен с именами. Есть совершенно разные интересные имена. Это конъюнктура. Дело в том, что да. Я уже рассказывал, что люди узнают себя достаточно имени. Не, ситуация не важна даже уже становится в какой-то момент. Да, вот про следующую песню я всегда тоже рассказываю. Очень интересно, подходит на одном концерте, подбегает мужчина, взволнованный. Инна, я его привел. Кого привел? Ну, его, Светкиного мужа. Ну, вот, собственно говоря, следующая песня так и называется «Светкин муж». Про... Арчибальда, наверное, кого? Наверное, его звали Арчибальд. Светкин муж. У Смирновой Светки завидный мужик, у иной соседки просто пшик. Баритон приятный, с легкой хрипотцой,
кажется, что рядом где-то Виктор Цой. Баритон приятный, с легкой хрипотцой. Кажется, что рядом где-то Виктор Цой. И соседи знают, к Светке дом Нини с мужем и коротает ночи дни. И когда о Кавке спорит муж с женой, назначают ставки люди за стеной. И когда о Кавке спорит муж с женой, назначают ставки люди за стеной. Кто видал, каков он муж у ней на вид, коечки ль прикован инвалид? Нет, никто не знает, не видал никто, ни соседка Рая, ни сосед Виктор. Нет, никто не знает, не видал никто, ни соседка Рая, ни сосед Виктор. Как так Светки на ночь заглянул домой Арчибальд Михалыч, боже мой. А на утро свадьба, гости, песни, пляс. Как бы нам узнать бы, с кем она сейчас? А на утро свадьба, гости, песни, пляс. Как бы нам узнать бы, с кем она сейчас? Где мужчина тот, что болен да умен? Отвечает с почты почтальон. У Смирновой Светки попугай живет, прыгает по клетке часто взад-вперед. Говорит по-русски, будто в доме муж. Крутит, вертит гуской, быстро он к тому ж. У Смирновой Светки в доме мужики. Попугай по клетке делает прыжки. Арчибальд Михайлович с легкой хрипотцой говорит с ним на ночь, будто соем цой. Арчибальд Михайлович с легкой хрипотцой говорит с ним на ночь, будто соем цой. Сейчас еще одна пионерская песня прозвучит. Написана она почти случайным тоже образом. В общем, началось с того, что мы вспомнили, что есть такое блюдо холодец, решили его готовить периодически. Вот. И я по этому поводу нарисовал картинку сначала, в котором было первое четверостишее из этой песни. Совершенно оно, как сказать... Это четверостишие, оно сразу, кажется, казалось бы, убивает эту песню, а нет. Потом звучит романтическая тема очень, собственно говоря. И потом это все сливается в едином экстазе. Вот я вам сейчас композицию рассказал этой песни. На самом деле простая пионерская песня на трех аккордах практически. Ушей заговяжьих, куриных шей, поросячьих ног. Ты собери теперь из них собаку породы бульдог. Куплю тебе я осьминога, акул, ракушек и пены клоун. Ты собери из них не море волны, море волны, горячий песок. И вот затем куплю я цвет индиго, звезд и ветер, следы комет. Ты соберешь из них не воздух, небо и лунный свет. И вот уже луна висит над морем, шумит волна и пылит песок. И будем вместе мы гулять с тобою и с собакой породы бульдог. А что еще нам
в жизни не хватает, всего хватает, ты посмотри. Но только для начала мне собаку, нам собаку ты собери. Почему же, почему же, почему не доходит до тебя, не доходит, что влюбились мы в девчонку одну? Я Валера, Николай и Володя, и когда проходишь ты мимо нас, время тянется, как будто резина, и секунда превращается в час. И мы четверо стоим, рты разинув, резиновые листья любви. Вы такие дети разлуки, ты руками их не лови. Могут повредить твои руки резиновые листья любви. Много поснов вы одиноки, ты ногами их не дави. Могут повредить твои ноги. Отчего же, отчего же, отчего не доходит до меня, не доходит, что не стоим и мизинца его. Я Валера, Николай и Володя, и когда идет он мимо тебя, время тянется, как будто резина, ты во след глядишь косу теребя. А мы четверо стоим, рты разинув, резиновые листья любви. Иногда шершавы и грубы, ты зубами листья не рви. Могут повредить твои зубы резиновые листья любви. Это вам не юмор, не шутки, ты не думай больше о них. Можешь повредиться рассудком. Это ж надо, это ж надо, это ж надо. Не доходят до него, не доходят эти вздохи, эти слезы, этот взгляд. Будто бы любовь сегодня не в моде, покупает он Алешке цветы. И обняв его за жопу уходит, и рыдаем от бессилия ты. Я Валера, Николай и Володя, резиновые листья любви. И нереализованной страсти к сердцу близко ты не прими. Сердце разорвется на части резиновые листья любви. Нет, не лечат, только калечат, если оказались внутри, а могут повредить твою печень. Ну а печени в следующем отделении продолжим. Сейчас небольшой перерывчик.